До официального открытия пляжей 5 дней, но отдыхающие этой даты решили не дожидаться. Загорающих на третьем Барковском карьере немного, но они сезон открыли еще неделю назад. Управляющие компании, занимающиеся благоустройством, сейчас проводят завершающие работы на первом, втором и третьем Барковских карьерах. Готовы на 99%. Остается нам только протокол комиссии по приемке пляжа, который сегодня у нас принимает. У нас установлено все необходимое спасательное оборудование. У нас на пляже работает медик, работают 2 спасателя в ежедневном режиме. Также выделены зоны для купания детей. Комиссия не только осматривает, как выглядит пляж и все ли оборудование, необходимое для комфортного отдыха, установлено. Главная проверка – способны ли подрядные организации поддерживать порядок, вывозить мусор, одним словом, осуществлять безопасную эксплуатацию пляжей. Наличие биотуалетов, урн, договоров на вывоз мусора, на очистку жидких бытовых отходов, вывоз. Комиссия в целом смотрит на оборудованность пляжа, наличие и подготовку его к эксплуатации. Третий Барковской карьер в этом году, что называется, полностью преобразился. Здесь установили достаточное количество урн. В прошлом году отдыхающие жаловались, что некуда выбросить мусор. Теперь здесь есть беседки для отдыха, кабинки для переодевания. В скором времени откроются точки питания. Главная проверка проб воды и почвы еще идет. Предварительные результаты готовы только по третьему карьеру. По данным выдаем результаты удовлетворительные. То есть с учетом восстановления грунта здесь до нормального состояния, то есть подвезут еще песок, предварительно может быть получено санпедзаключение. Как сообщили в городской администрации, в этом году в Рязани будут работать 6 пляжей, 3 Барковских, а также пляж на Ореховом озере, пляжи в Солочи в районе санатория Старица и Лысой горы. Открытие пляжного сезона запланировано на 1 июня. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».